Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Сегодня я хотел бы начать новую серию программ под названием «Христианские основы», которые нацелены на то, чтобы поставить вашу христианскую веру на твердое основание. Основание — это важная часть любого здания. Пока вы не заложите основание, нет смысла строить что-либо еще. Без основания здания, каким бы красивым оно ни было, обязательно упадет. Иисус был строителем, Он был циктоном. Обычно это переводят как «плотник», но это также означает «строитель, работающий с камнем и с деревом». И Он говорит нам о важности строительства на правильном основании. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. Итак, «Всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветра, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, Подубиться человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и потули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Очень часто христиане пренебрегают крепким основанием своей жизни. Они гонятся за любимыми учениями, украшают свои дома, а твердого основания у них нет. Они не способны применить эти откровения в своей жизни потому что они пытаются съесть мясо, хотя они еще не ели и не применяли молоко Слова Божьего. Но нужно правильно расставить приоритеты. Именно этому и будет посвящена данная серия программ, чтобы вы убедились, стоит ли ваша жизнь на правильном основании. Если у вас все идет не так, то возможно, что у вас вообще нет основания. Давайте откроем послание к Евреям 5 главу, 12 стих. Посмотрим, что же там сказано. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить с первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Здесь сказано, что молоко слова — это начало или элементарные принципы, которые нужно установить в самом начале. Когда мы начнем не только слушать, но еще и практиковать молоко слова, мы станем сведущими или опытными в праведности. Так мы будем расти, а когда мы достаточно вырастем, то будем готовы к приему твердой пищи. Нужен духовный рост, но всякий дом строится снизу вверх. Поэтому вначале вам нужно получить основы, а потом уже расти. Когда-то я был учителем математики, и там все очень похоже. Вначале вы учите, что такое число. Затем вы учите сложение и даете детям примеры на сложение. Когда они уже достаточно натренировались делать это, вы переходите к вычитанию они снова делают примеры и задачи, тогда они уже готовы к умножению, делению и дробям. Но для начала вы должны получить элементарные знания, потом практиковать их, и тогда вы будете готовы к следующему шагу. А в христианстве многие сразу занимаются исчислением, хотя не знают основ. В шестой главе идет описание некоторых начальных принципов, и там же подтверждается, что они лежат в основе всего. Послание к евреям, 6 глава, с 1 по 3 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания, это первое. Обращению от мертвых дел. И далее второе. Вере в Бога. Третье. Учению. Четвертое. О крещениях. Пятое. О возложении рук. Шестое. О воскресении мертвых. И седьмое. О суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит сказано далее. Перед тем, как перейти к основным учениям, давайте определим, что такое основание. Основание — это сам Христос. Помните, он сказал Петру, «Ты, Петр, и на этом камне я построю мою церковь». Мы построены на основании по имени Христос. Он — наша скала. Поэтому основание — это в первую очередь Евангелие. Это понимание того, кто такой Иисус. И еще того, что Он сделал для нас. Он продемонстрировал Свою любовь к нам, Своей смертью и воскресением. Христос — наше основание. Так сказано в первом послании к Коринфянам. Итак, основание ⁇ это Христос и то, что Он сделал для нас. В этом и заключается все Евангелие. Все начинается с принятия Христа. И тогда в нашей жизни закладывается основание под именем Христос. Евангелие ⁇ это центральное послание Библии. Это послание начального уровня. Оно рассказывает нам о том, как мы можем наладить свои отношения с Богом. Итак, давайте посмотрим первое послание к Коринфянам, 3 главу, 11 стих, ибо никто не может положиться другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Только так мы сможем пережить Его вечную жизнь с избытком и вечно быть с Богом на небе. Это прекрасная благая весть. Пока вы не услышите и не поймете Евангелие Христа и Его благодать, а затем не отреагируете на них соответственно, то Библия будет оставаться для вас закрытой книгой, а христианская жизнь будет недостижимым идеалом. Евангелие — это дверь в Царство Божие. Вам нужно смириться, чтобы войти в двери, предписанные Евангелием, и войти в Царство Божие. Затем вам будет открыто и все остальное. Сегодня я бы хотел поделиться с вами Евангелием. В первую очередь для того, чтобы вы поняли, знаете ли вы Евангелие и правильно ли вы отреагировали на него. Ну а во-вторых, чтобы вы могли делиться Евангелием с другими потому что мы к этому призваны. Я заметил, что многие из тех, кто называют себя христианами, никогда лично не отзывались на проповедь Евангелия. И поэтому, хотя они и называют себя христианами, они все же за пределами Царства Божьего. Поэтому нам нужно убедиться, что мы отреагировали так, как того требует Бог. В Божьем Слове нет ничего более важного, чем Евангелие. Притча, 14 глава, 12 стих, говорят нам так, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но, конец их путь к смерти. Люди думают, что на небо много путей. Это и добрые дела, и соблюдение заповедей, и исполнение золотого правила, и доброта к людям, и непричинение зла, и быть лучшими, чем другие люди, и быть доброжелательным, добродетельным и религиозным. Обычно люди думают так. Но, в общем-то, я хороший человек, и я помог нескольким людям, значит, я точно попаду на небеса. Но проблема всех этих путей в том, что они зависят от нас. Но никто из нас не совершенен. Мы не можем соблюдать все правила. Все мы ошибаемся. Но как же мы можем быть уверены в том, что заработали себе место на небе? Чем сильнее вы стараетесь, тем больше понимаете, насколько вы несовершенны. Вы не идеальны, а потому не можете быть уверены, что проведете вечность на небе. Тогда приготовьтесь услышать лучшую новость вашей жизни. Хорошая новость в том, что небеса — вечная жизнь. Это бесплатный дар. Библия говорит, «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Бог желает иметь с нами прекрасные взаимоотношения, основанные на любви. Он желает, чтобы мы испытали, что такое его любовь и его жизнь с избытком. Он желает, чтобы это принадлежало нам вечно, поэтому он предлагает это нам как бесплатный дар. Как же это прекрасно! А поскольку это бесплатный дар, то, как любой дар, его нельзя заслужить или заработать. Никакие усилия или добрые дела не помогут вам заработать место на небе. Библия говорит, ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Если бы мы попали на небо за свои добрые дела, то мы могли бы хвалиться, но Бог говорит, что у нас нет оснований для гордости мы попадаем на небо благодаря его дару. Предположим, у вас есть друг, и из любви к нему вы подарили ему что-то дорогое, ну, скажем, новую машину или драгоценность или нечто подобное. А друг смотрит на вас и достает из кармана пятифунтовую банкноту. А вот это тебе. Как бы вы себя чувствовали? Думаю, это бы вас оскорбило, потому что это подарок. Вы сделали это из любви. Он пытается вам дать что-то за это. Если вы пытаетесь заплатить за это, за этот дар, то так не пойдет. За подарок нельзя заплатить, и его нельзя заслужить, так же и с вечной жизнью вы не можете заплатить за нее своими добрыми делами. Бог не принимает никакой платы за это, потому что Он предлагает ее в подарок. Попытка заплатить за нее оскорбляет Бога. Если честно, у нас нет таких средств, потому что она слишком дорогая. Следовательно, вечную жизнь можно принять только в подарок. Все становится понятным, когда мы смотрим на природу человека. Библия говорит, что все люди — грешники, все согрешили и лишены славы Божьей. В глазах Бога мы все виновные. Да и наша собственная совесть говорит нам, что мы не дотягиваем даже до нашего стандарта, ну, не говоря уже о Божьем. Божий стандарт ⁇ это совершенство. Сегодня редко говорят о грехе, но грех ⁇ это все, что не угождает Богу и не соответствует Его стандартам. А следовательно, нарушает Его святой закон. Его закон гласит. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И когда мы так не поступаем, то мы грешим. Грех — это не только преступление, за которое вы попадаете в тюрьму, как убийство, изнасилование, ограбление это все что как-то вредит людям и грешить можно делами например обман прелюбодеяние воровством словами это ложь сплетни ругань а также мыслями похоть, гнев и ненависть А еще есть грехи действия грехи бездействия То есть когда мы не делаем того что нужно например не любим ближних как самих себя или не любим Бога всем сердцем, из этого понятно, что все мы согрешили. И не говорите мне, что вы безгрешны. Мы все грешим, потому что мы грешники по своей природе. Мы не заслуживаем вечной жизни. Никто ее не заслуживает. Представьте, что вы настоящий ангел и совершаете всего три греха в день. Всего три плохие мысли, три плохих поступка или бездействия. Но за год это будет более тысячи грехов, а за всю жизнь это 70 или 80 тысяч грехов. Представьте, что вы в суде и против вас 70 тысяч обвинений. Это серьезные неприятности, не так ли? Человек грешник... И Он не может сам себя спасти. Мы не можем спасти себя сами. Никакие добрые дела, ритуалы и другие попытки впечатлить Бога не приведут вас на небо. Вы не можете заработать билет на небо. Даже членство в церкви не приведет вас на небо. Если вы хотите спасти себя своими делами, вы понимаете, каким хорошим вы должны быть, чтобы дотянуться до Божьего стандарта. У Бога всего один стандарт, и это совершенство. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, это 5 глава, 48 стих, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Бог совершенная любовь, и его стандарт это совершенство. Он требует совершенства, но мы на него не способны. Мы не можем спасти себя сами. А в послании Иакова, 2 главе 10 стихе, ситуация еще хуже. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Хватит всего одного греха, чтобы вы были виновны в нарушении Божьего закона. Когда мы учились в школе, то если на экзамене мы набирали более 50%, то экзамен был сдан. Так у нас появилась идея. Да, я несовершенен, но если во мне будет более 50% хорошего, то Бог пустит меня на небо. Мы думаем, что у Бога низкий проходной балл. На самом деле у Бога всего один проходной балл, и это 100%. Возможно, вы очень хороший человек и набрали 20, 30, ну или даже 70%, но все это не важно. Это провал, Потому что Бог принимает только 100%. Бог дал нам свой закон, и в нагорные проповеди Он ясно сказал, что Он заинтересован не только в вашем хорошем поведении, но и в вашем сердце, Ваше сердце и его состояние должны быть совершенными. Но о ком из нас можно так сказать? Именно поэтому в послании к Галатам 3, главе 10 стихе сказано, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если вы пытаетесь оправдаться тем, что соблюдаете закон, то если вы хоть раз оступились, то вы уже осуждены. Так вы не сможете оправдаться перед Богом. Еще один хороший пример — это переплытие Атлантического океана. Предположим, что все мы решили переплыть Атлантику. Некоторые люди — хорошие пловцы, и они могут проплыть 20-30 километров, а большинство — всего лишь несколько сотен метров. Но все это не имеет значения, потому что океан ⁇ это тысячи километров. И никакой плавец не сможет преодолеть такую дистанцию, такое же расстояние между нами и Богом, между небом и землей. Никто не может преодолеть такое расстояние. Ну, давайте еще одну иллюстрацию рассмотрим. Представьте, что жена или муж готовят для вас завтрак. Жена решила сделать омлет. Она взяла хорошие яйца, но среди них есть одно плохое. Она перемешивает все эти яйца вместе, а затем подает вам этот омлет. Вы бы смогли это принять? Но, ну, конечно же, нет хотя в нем есть и хорошие яйца, но одно протухшее яйцо испортило весь омлет. Точно так же в нашей жизни могут быть хорошие поступки, но есть и протухшее яйцо нашего греха. Если мы в таком виде подаем Богу свою жизнь, то это неприемлемо. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему мы не можем спасти сами себя. Но несмотря на наш грех, Бог милостив, и Он не желает нас наказывать. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Бог есть любовь». Также книга пророка Иеремии, 31 глава, в третьем стихе сказано, ⁇ Любовью вечную я возлюбил тебя ⁇ Он желает, чтобы все мы спаслись и пошли на небо. Но та же Библия, которая говорит, что Бог любит нас, говорит, что Бог справедливый, и он должен наказать наш грех. Он не забывает наказывать виновных. И душа согрешающая, та да умрет. Божья справедливость требует, чтобы наш грех был наказан. Просто представьте, что я ограбил банк. Меня сняла видеокамера, я подстрелил кассира и чуть не убил его. Я забрал из банка 100 тысяч фунтов, но меня поймали. Затем я стою перед судьей и говорю, «Простите, я так больше не буду. Я возвращаю все деньги, я немного, правда, потратил, но большую часть я возвращаю. Может ли судья отпустить меня после такого? Конечно же нет. Если он справедливый судья, то он заставит меня заплатить за это. Насколько серьезнее ситуация с нашими грехами и судьей всей Вселенной? Он не был бы праведным, если бы не сделал этого. Итак, с одной стороны, Бог милостивый, и не желает наказывать нас, а с другой стороны Он справедливый, и Он должен наказать наш грех. Но Бог решил эту проблему с помощью Иисуса Христа. Скажите, а кем вы считаете Иисусом? Это очень важный вопрос. Однажды Иисус спросил своих учеников, а вы за кого почитаете меня? Одни считают, что он хороший человек, прекрасный учитель, но он куда больше. Библия говорит, что он Бог, Творец всей Вселенной и ваш тоже. Этот Бог стал человеком по имени Иисус Христос, чтобы показать нам, какой Бог, и чтобы спасти нас. Он уникальный бог человек. Полностью Бог и полностью человек. Это видно из Евангелия от Иоанна 1 главы 1 стиха. Вы хорошо знаете его. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово стало плотью. И обитала с нами, и мы видели славу Его. Это говорится далее в 14 стихе. А сейчас я хотел бы рассказать вам, что для нас сделал Иисус. Давайте посмотрим на небольшой пример. Бог любит меня, и Он желает иметь со мной взаимоотношения. Предположим, что эта рука ⁇ это я сам. Бог желает, чтобы я пошел на небо. Но есть одна проблема. Проблема в этой книге. В ней записана вся моя жизнь. Все мои мысли, слова и поступки, все, что я сделал и должен был сделать, все это записано здесь. И это становится барьером между мною и Богом. Хотя Бог любит меня и не желает меня наказывать, Он должен наказать мой грех. Но Бог решил эту проблему с помощью Иисуса Христа. Иисус — это и есть Бог. Он спустился с небес на землю и стал человеком. Он родился от девственницы и прожил совершенную, безгрешную жизнь. Он совершал великие чудеса, воскрешал мертвых, исцелял больных и многое другое. Он также был хорошим учителем, но самым важным его поступком была его смерть на кресте. Библия говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас. На кресте Иисус понес наказание за наши грехи и приобрел для нас место на небесах. Он умер, далее был погребен, и наши грехи были погребены вместе с ним. Но на третий день он воскрес и с тех пор он жив. И теперь он предлагает нам дар вечной жизни. Этот дар принимается верой. Но иногда люди думают, что это что-то мистическое. Люди думают, что на небо много путей, но на самом деле он всего лишь один, и это наша вера. Евангелие от Иоанна. Знаменитое место 3 глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что же это за вера такая? Во-первых, это вера в благую весть. Вы верите, что Иисус ⁇ это Сын Божий, и Он умер за ваши грехи, а потом воскрес. Тогда у вас есть вера. Но вера ⁇ это не просто умственное согласие с чем-то. Вера также напрямую связана с вашей волей. Спасительная вера ⁇ это надежда только на Иисуса и на то, что только в Нем есть вечная жизнь. Деяния, 16 глава, 31 стих, говорят нам, «Веруй в Господа Иисуса Христа, или доверься Ему, и спасешься ты и весь дом твой». Представьте, что вы стоите рядом со стулом, но не садитесь на него. Вы можете верить в существование стула, но он вас не поддерживает. Он будет поддерживать вас лишь в том случае, если вы доверитесь этому стулу и сядете на него. А вот что такое вера? Вы доверяете тому, что стул вас выдержит. А вот что такое спасительная вера. Вам нужно перенести все свое доверие с себя на Иисуса Христа, поверить тому, что Он спасет вас, простит и даст вечную жизнь. Вера это как рука по прошайке, которая тянется, чтобы взять подарок царя. А вот что такое Евангелие и удивительное предложение от Бога. А вы хотели бы принять дар вечной жизни? Если да, то сейчас я расскажу вам, как это можно сделать. Это значит полностью довериться воскресшему и вечно живому Иисусу Христу и принять его в свое сердце как своего Господа и Спасителя. Ведь Иисус сам сказал, «Се стою у двери и стучу, и если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со Мною». Вера — это принятие Иисуса как своего Спасителя. Он входит в ваше сердце и прощает все ваши грехи, а также дает вам вечную жизнь. А еще Он входит в ваше сердце как Господь, потому что Он Бог, он сидит на троне вашего сердца, и вам нужно подчинить ему ваше сердце. Библия говорит, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А вот что нам нужно сделать. Чтобы принять Иисуса, нам нужно призвать Его и попросить Его нас спасти. И Он это сделает. Так давайте же произнесем эту молитву вместе, чтобы вы приняли Христа, Его дар вечной жизни. Скажите, «Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе, я признаю, что я грешник и не могу спасти сам себя. Но спасибо за то, что ты любишь меня и послал Иисуса умереть за мои грехи. Иисус, я верю, что ты Сын Божий, что ты умер на кресте за меня и понес наказание за мой грех, а на третий день ты воскрес. Сейчас, Господь Иисус, я приглашаю тебя в мое сердце. Я принимаю Тебя, как моего Господа и Спасителя, и принимаю Твой дар вечной жизни. Прости мне все мои грехи и сделай меня новым человеком. Я отдаю Тебе свою жизнь и доверяю Тебе мое будущее и мою вечность. Спасибо, Господь, за то, что Ты спас меня». Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите.